Сегодня произошел несчастный случай, который унес жизнь известной журналистки Натальи Эмхаян. Грузовой подъемник перевозил автомобили, в котором находилась корреспондент. По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии сорвался грузовой фуникулер, который перевозил машины над ущельем Адырсу. Во время подъема наверх механическая платформа не выдержала вес иномарки и полетела вниз, в кабине находилась журналистка Наталья. Женщина погибла на месте. Сегодня в горах Кабардино-Балкарии трагически погибла наша коллега, известный есентукский журналист, обладатель множества профессиональных наград. Жители Ставрополья хорошо знают Наталью по многочисленным злободневным статьям и репортажам на местных и федеральных телеканалах, сообщили ее коллеги. На месте трагедии работают следователи и 17 спасателей, а также 3 единицы техники. Покореженную машину вытащили, при себе у Натальи были документы. Сообщается, что 48-летняя женщина сотрудничала со многими СМИ. Чаще всего она рассказывала о туристических местах Кавказских минеральных вод. СМИ подчеркивают, что подъемник высотой 60 метров был построен в 1960-х годах. Согласно правилам эксплуатации, пассажиры не могут находиться в салоне автомобиля, для них есть отдельная лестница.